Российским контингентом миротворческих сил в Нагорном Карабахе ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Российскими миротворцами обеспечено безопасное прохождение 7 автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, а также по маршруту Шуша, Красный Базар, Каджар и обратно. В места довоенного проживания в Нагорном Карабахе возвращаются местные жители. За сутки с территории Армении вернулись еще 457 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 41 тысячи беженцев. Специалистами Международного противоминного центра Минобороны России продолжается работа по разминированию территории. За прошедшие сутки очищено от взрывоопасных предметов 23 гектара местности и 5 километров дорог. Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано около 218 гектаров местности, 92 километра дорог, 423 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 7800 взрывоопасных предметов. В населенном пункте Мардакерт при содействии российских миротворцев отремонтировано 22 жилых дома. Восстановлено более 6 километров линии электропередач. Специалистами медицинского отряда Минобороны России в населенном пункте Чартар оказана медицинская помощь 95 жителям. Всего российские военные медики оказали помощь 701 жителю Нагорного Карабаха, из которых 79 – дети. Российские миротворцы продолжают сбор сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Офицерами российских миротворческих сил обработано 510 телефонных обращений, поступивших по горячей линии.